Пушкинской школе «Лидер» для детей провели открытый урок по китайскому языку. Занятие прошло в интерактивной форме с использованием современных технологий. Среди преподавателей – настоящие носители языка из Китая, которые подключились к уроку онлайн. Такое погружение в культуру и язык понравилось юным химчанам, которые ходят в летний лагерь. Китайский язык все больше приобретает популярность для изучения на территории нашей страны. И сегодня при поддержке Министерства образования, администрации городского округа Химки и Института дружбы народов мы проводим замечательное онлайн-мероприятие с нашими китайскими партнерами. На уроке ребята познакомились с простыми фразами и иероглифами, попробовали посчитать на китайском языке. Телемост с китайскими преподавателями подарил яркие впечатления всем участникам онлайн-урока. Школьники открыли для себя мир одного из популярных языков в мире. Китайский мне он очень нравится, потому что там такие прикольные закорючки, и мне они очень нравятся. Еще там такие прикольные произведения. Например, вот «Тон фэ» – это волосы, а «тон» – это голова. Для многих ребят урок стал прекрасной возможностью определиться с выбором иностранного языка и убедиться, что китайский – это не сложно, а очень интересно и увлекательно. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.